ДТП в центре города. Машины не смогли разъехаться на пешеходном переходе. Итог – удар. В этот раз без жертв и нетрезвых за рулем. Из-за которых Чистополь в этом году стал антилидером республиканского рейтинга по ДТП. Молодежь гоняет. Машины, черт поймешь, какие. Все металлоломы ездят. Постоянно ДТП, постоянно врезается. Я сам из района, но Чистополь не знаю так. Но бывает немножко. Ага. Так в районе нормально. Светофор он на перекрестке поставили. Вот, Нурлат, вот, Альмейский. Это тоже хорошо же. С января по май на дорогах района произошло 9 аварий с летальным исходом. Первое случилось на трассе Казань-Оренбург. Погибли 2 человека. Последние в черте города. В настоящий период в Чистопольском районе было совершено 2 наезда пешеходов на нерегулированных пешеходных переходах. В обоих случаях переходы имели недостатки. Спустя время в городе появились вот такие вот чистопольские ноу-хау. Якобы инспекторы, якобы с радарами. И только вблизи водителю станет понятно, что это всего-навсего макеты. Но к этому времени он уже скинет скорость. В этом-то и задумка. Специально опасный участок здесь, вот в этой зоне, где автобус останавливается, из автобуса может выехать машина и здесь наехать на пешехода. Самый проблемный участок – центральный перекресток города. А самая частая причина ДТП, как показала статистика, нетрезвые водители. 7 смертельных ДТП из 9 были с участием пьяных. Раньше, если лишали, то на 5 лет лишали. А теперь водитель, он уже, если даже выпивает и едет за руль, он уже осознанно это делает. Нетрезвые за рулем – проблема не только Чистополя. Алкоголь в крови водителей после аварии зафиксирован в Вознакаевском, Пестричинском, Зеленодольском и Черемшанском районах. Если количество пьяных водителей уменьшается, есть какие-то причины. Кроме того, давайте поработаем с ними. Такое решение предлагает татарстанская ГИБДД. В течение 2 лет не выдавать прав водителям, лишенным их за пьяную езду. С этой законодательной инициативой орган предлагает обратиться в Госдуму. Рамиль Шайдуллин, Амир Залишев, ТНВ, Чистополь.